You play with them balls like it's FIFA. Hit or miss. I guess they never miss, huh? Привет, меня зовут Файзер. Сегодня мы на GG Дропчике. Решил прокачать своего друга Матвея, моего модератора. Привет, Матвей. Здравствуйте. У нас балик 6700. Я вчера депнул 4 костря после стрима и вот чуть-чуть раскочегарился. Чё вообще охота и чё вообще, сколько вообще хочешь? Ну, хотя бы половину от балика. Понял. Попробовать поднять в X2. Ага, я тебя понял. Хорошо. Так, ребятки, буду благодарен те, кто играет в кейсы. Если вы используете мой промик Pfizer UT, он вам даст плюс 11% к пополнению. И также его можно использовать в барабане бонусов. Если у вас, допустим, доступен только через 2 дня, как у меня, вы можете ввести код, нажать применить, использовать и вот крутить барабан, да. Крутить барабан и посмотреть, что вам выпадет. Получается, что? Так. А, скидочка. Получается, у нас скидочка есть. Этот промик, ребятки, я оставлю в описании, поэтому пользуйтесь. Буду безумно благодарен всем. Так, а мы пошли крутить. Давай, с чего начнем? Давай. Давай в отпуск, как Вика говорила в позапрошлом ролике. Очень забавно звучит. Сколько? Да не знаю, балику... Сколько он стоит? 100? Да, можно сразу 5. Вот 3, наверное. 3? Давай 3. Угу. Ну, минусовуха немножко. Ха, в отпуск не отправляемся этой зимою. Да-да, работаем дальше. Бля, если честно, если отпуск отправляться, то хочется Байкал зимой, если честно. Я согласен. Там он твердеет на 2-3 метра толщиной. Неспокойно можно ходить по нему. Так, а если тебе открою золотую осень, попробуем. Блин, жар, ну, смотри, как заскакивает. Две перчатки, да. Нормально. Так, что, куда вообще? Минус 50. Ну, не знаю, мне магические нравятся здесь. Магические, я тебя понял, сейчас сходим. У нас ржавый бесплатный кейсик открылся. Дай что-нибудь адекватное. Прикол-то тогда увидел в ролике. Ржавый, кто там, песик был? Ржавый песик, да-да. Да, маг. Так. Говоришь, магический. Хорошо, какой магический? По ценнику, ну, наверное, кислотный или огненный. Давай огненный. Так. Чё, как будто этот, после пьянки пришел снимать с тобой ролик. Чтобы голос выдали. А просто недавно встал. Так бывает. 179, 148. Нормально пойдет. Еще раз. 151, я тебя понял. Так. Сейчас бы подошел мем. Миша, все херня, перезаписывай. Может, светящийся за 1,5 попробуем рискнуть, не хочешь? Ну, он сколько стоил в том ролике? 1200, да? 1200, да. Ну. Можно попробовать, когда цены растут, там дроп получше. Опять это хуй. Материться можно? X2 слив, это жестко. Даже не знаю. Что бы тебе такое попробовать? Не знаю, никто фармы не пробует. Вот. Их вроде надо по 120 штук открывать. Тогда оно что-то выдаст. Типа, не знаю, сколько мы с Викой пробовали открывать фарм, я не знаю почему, но фарм прям как будто бы что-то не хватает. Ну я вообще. Типа смотрел, вы по 80 крутов пробовали. И оно не так сильно жрет вроде как, там, минус 2-5 рублей. Но, оно вообще не жрет, я, кстати, тоже что заметил. Какой фарм хочешь, давай? Чисто фарм. Не знаю, фарм. Ну, наверное, Юсп. Юспик, давай. Потому что Глок фарм там, чё, королева пуль, которая только 2. Привет, дорогой друг. Хочу тебе сообщить очень хорошую новость. У нас есть ТГшник, где мы проводим всякие разные розыгрыши. Сейчас проходит розыгрыш на 2 брелочка.
Один даже стоит 160 рублей, а второй стоит 90 рублей. Поэтому быстрее залетай и участвуй. Также тут всякие мемчики, прикольчики. Буду очень рад. Ссылочка находится в описании. Мне кажется, реально надо 4000 открыть, и может что-то и выпадет. Типа... Ну, может быть. О, бронза. Но это муторно и долго. Ну, лучше открывать какие-нибудь другие кейсы. Так, другие кейсы, да? Тут есть какие-нибудь BMW? Есть оружие, там, допустим, ГЛОК, МК, Калаш, ничего не хочешь такого? Не. Лучше что-нибудь дороже 500, наверное, открыть. Хотя толку-то нету вроде. Так, дороже 500, да? Давай посмотрим. Ну что, закалённый боях копим. Да. Ну, кстати, закалённый боях прикольно выдаст, если накопим. Но... Там любой это окуп должен быть, по сути. Так. Даже не знаю. Ну, можно... А где карточки открывать? Где карточки открывать? Карточки ты можешь выбирать? Да, выбирать. Ну, карточками некоторые зовут. Вот. Мультикейсы. Да, но Джокера по приколу, можно так сказать. Давай. Не знаю, почему в прикол. Так, получается, что там, в 9-й ячейке тогда на стриме был нож. Мы открыли 12-й, там нихера. Блять, а что тогда выбрать? Ну вот, смотри, вот все скины. Да я вижу. 13, 9. Сколько тут ячеек получается? 7 на 3, 21 ячейка. 21. Так, да. Математика в студию. 13 минус 9, сколько будет? Давай четвертую ячейку. Сверху, да? Да. Давай. Было рядом хот-рот. Да. А я как и говорил на стриме, который был вчерашний, ну или можно сказать сегодняшний, потому что до ночи сидели. Ну да. Так как минер подставной, выбираешь ячейку, она тебя сливает. О, ни хрена пуль стоит, охренеть. Супер. Но это пока что все не окуп. Да уж. Так, может созвездить игла? А давай как это с Викой тоже. Выбираешь один ты, потом я. Давай, давай. Как хочешь. Азимов. Бле. Давай теперь. Так. Ага. Ну не знаю, мне почему-то АИ коллекшн нравится. Который сверху? АИ коллекшн. Типа искусственный интеллект. Там GPT. Все, я понял. Сейчас, момент. Момент истины. А может это по три кейса... Нет, подожди, много. По одному кейсу каждого AI Collection открыть. Давай. Нет, самого маленького, наверное, начать лучше. А, ну, я и говорю самого маленького. Просто у меня тут немножко зависание. Ну, показывает, это, как это... будто я это... Это Telegram, что ты хочешь? Так, GPT-3. Можно также в кейс батл сходить. Пофигариться с другими ботами. Да. Ну вчера хорошо купало. Ну да, это вчера, да. Так, 249. Сири. Я, кстати, не понимаю, как стримеры сидят 12 часов и стримят. Как их не заебывают? Это жесть. Я помню, 8 часов стримил, и то еле-еле додержался. Я раньше... 23. Я раньше мог нормально часа стримить, типа, по 5, по 6 часов. Ой, золотая спираль, стой, пожалуйста. Бля, в хорошем качестве. Бля. Я раньше мог стримить по 5, по 6 часов, сейчас 3 часа. Я сижу с отсидкой прям вообще жестко. Вчера вот вроде более-менее 5 часов посидел. Сервидова более-менее качество и будет заебись. Понятно. Так. Контракты, может? Ну, самые дешевые можно закинуть. Так. 55, 119.
148, 169, 151. Вот так. 1000 ровно. Полетели? 1000 ровно. Ну давай. Как там 998 рублей? 3 косаря выдать, будет уже камбэк. Камбэк. 800 рублей. Хотя бы что-то. А не самая минималка. Тоже верно. Так. Может, побатлимся? Побатлимся. Рэп батл. Так, 3. Какие кейсы добавлять? Я бы подумал бы какие-нибудь кейсы из CS-ки подобавлять, если честно. Так, ну давай. Их в сражениях поинтереснее смотреть, чем вот коллекции от сайта. Получается, у нас есть кейс революции. Революция? Угу. Давай, он мне как раз вчера выпал с еженедельного дропа. Так, кидаем. Надо? Ну, как хочешь. Давай. А давай всю эту строчку просто добавляй и пошли играть. У нас хватает? Бля, нет, чуть-чуть не хватает. Тогда такси убираем и что-нибудь. Ну вот, перчаточный кейс. Так, 1200, вот да. Вот бы перчаточки. Это было бы круто. Это было бы весело. Так. Кстати, а сколько на сайте онлайн? На сайте онлайн 594, ну почти 600 человек. Ну, типа 600 человек крутит около... Подожди. Около 50 кейсов в минуту. Каков шанс выбить перчатки? Главное сейчас окупиться. Так, революция. Дай, пожалуйста, что-нибудь адекватное. Тумакау, да ну, блядь, пиздец. Почему мы не справа? Я не знаю. А, ну это все, это забей. Ну это все, боты забирают. Только Авикса трек за 3к давай. Угу. И в жопу получается. Перчатки пролетели. 5000, охуеть. Если бы мы были на этом месте. 3400 у нас осталось. Даже не знаю, что посоветовать. Я играл на 200 рублей на этом сайте, он меня просто сбрил. Так. Таксишка, выдай нормально. Я поставлю на 700 рублей, если, конечно... О, гидра. Гидра. О, гидра. Стой, косарь. 1000. Бля, 700. Ну, кстати, качество должно хватать. Нормально. Должно хватать. Рискуем, а ты? Ну, не знаю. А тогда что, навик, да, выдал за 3500? Вроде бы, да. Вроде распространение мне выдал. Или хроматическая вероятность. Да, распространение выдало. Что такое, но... Ну давай, короче, нож, если падает, вывод. Давай. Чё, закрой глаза тогда, не? Пиздец. Да уж. Ебануться. Чё, по-моему, дорогие кейсы не ахти. Вообще жопа полная. Мы даже не знаем. Так. Оперативная память. Сколько ты будешь ставить? Понял тебя. Фига не оперативная память. Салика просто какая-то. 70 рублей 1 гигабайт. Закрученный. А, ну я тебя понял. Прикольно пошло. А есть статрек кейс, где все статрек? Мы как раз сражение вроде, да, крутили его? Да. Так, он чуть-чуть у нас ниже. Пролистнул вроде. Думаешь? А, третья, да, строчка. Дай что-нибудь адекватное. Давай, Азимов, статрек. Техника. Нормально. Ну, 500, может 700. Быть. 700.
Да, еще раз. Нормально. Тут бы, если честно, тайные какие-нибудь скины. Пиздец. Да, согласен. Синяя фанера — это жопа. Ну, ее можно на косарь попробовать. Ну да, я тоже думаю сейчас апгрейды идти. Апгрейды пойти попробовать. Да, ну более-менее минус сотку. Да. Ты и опять синяя фанера, да ты угораешь. Ты угораешь. Дай разбуст, пожалуйста, я тебя прошу, улыбочка. Круто. Так. Ну и магический. Дай кейс. Ты понял? Можно кейс? О, кейс. Найс. Хоть и 25 рублей, но хоть что-то. День студента. Я больше никогда не стану студентом. Да чё вообще такая попа-то творится-то, а? Шорный, пожалуйста, дай опыт. Спасибо. У тебя там фотосъемка вообще на заднем плане. Так, даже не знаю. Так, давай попробуем пить хатку еще раз. Агрейднуть. 35% зайди, пожалуйста. Хорошо. Найс. Так. А этот уже на 600 попробую тогда. Давай два подряд, и мы будем рады. Нет. Нет. Мы, к сожалению, не будем рады. Ты знаешь, депаешь 5000, получаешь 500 вывода. Кэшбэк. Да, это... Кэшбэк 10% банк дал чисто. Потратил 5000, получаешь 50. Ну, не знаю, попробовать что ли, попробовать так сделать. Давай на фарме нам косарь. О, хорошо. Ой, бля, хорошо. Ой, бля. Бей, пойдет. А эти сосисоны последние сколько? 80. Ну, окуп. Окуп. Ой, так хорошо. Это ж хуйня слева окуп, должна блядь, быть. Блядь, я стоит. Думал... сука. Я думал, там мини-карат уже пролетел. Мини-карат сейчас 1500 стоит. Ой, это хорошо. Пойдет. Вытащила немножечко. Последнее. Хрень, заебись. Ну, 4, я 5. Даже, кстати, сейчас я не знаю, можно ли закупать брелки. Они вроде 20 рублей стоят некоторые. Ну, не все. Пойдет. Ну, типа, самые дешевые, которые можно позволить себе. Я думаю, это как агента будет. Типа, хрень. Чуть-чуть тороста будет. Пойдет. Бля, 400. Ну туда-сюда. До 600 поднимает и опять слив. Я так понял, тут брелки не такие, да, уж дорогие. Ну да, ну и там, если колбаска выпадет, ну... Ну, 3000. Так я в этом сомневаюсь. О, с людьми играю. 119 рублей. Стоимость битвы. Нам нужно, чтобы третий и четвертый, по идее, купил. Угу. Что они там... Блин, вот что? Синие скины всегда нормально стоят. Даже если дешевые. 78. Сейчас главное опыт. Ай, калаш. Бля, фанера, все это пизда. Да. Сука... Опять синий скин, кстати, дорого стоит. Хоть нихера и расцветки хорошей нет. О, опять это сражение повторяется. Погнали. Мне кажется, надо было справа стоять. Справа?
Потому что по центру сейчас выдавало, да. Давай. Типа, я думаю логически на этих сайтах. Если центр выдавал, значит он сейчас сожрет все. Угу. Блин. Так у нас такой же скин. А, ну, понятно. А создатели выиграли, блин. Походу. Хотя, шансы есть. 84. Вот сейчас дробаш вот этот за 80 дай нам. Не им. Бля, заебись. Заебись, конечно. Да? Да, забрали. Тут-ту-ту. Огненный будем открывать? Ну, не знаю. Кислотные черные нас немножко в минус увели. Можно и попробовать. Давай, 3 ячейки. Воу. Найс. Охренеть. Загадал. Моя. Еще? Ну, пока дает, как все говорят, давай. Ну, нормально, пойдет. Ну, наверное, пора уходить. Так. Панель управления за вроде. Мне знаешь, что кажется, этот сайт выдает просто в апгрейдах херовые скины, которые популярности не дают. Сука. Может быть. Че типа... будем играть? А, не знаю. Берем на кейс. А можно, кстати, знаешь, что попробовать? Сражение бомж кейсов напихать. Хм. 3.17. Заебись, заебись. Ну, более-менее. А, бля. Я думал, он хотя бы сотку стоит. Мы же сражение с бомжи-кейсами, там. Мираж Би за 24 рубля. Ну, за 119. Сейчас сделаем это. Все это попробуем. Должен же он когда-нибудь проиграть? Заколебал выигрывать. Должен. Так, блядь, ну пришельцы, ну серьезно. Пришельцы как-то 53 рубля должен был стоить. Как-то я об этом задумал. О, у них... Что? Всем херали у него 16 рублей. А если мы попробуем сражение X2? На 2 человека создать. И Алекса поставить бота. Знаю, что это херовый бот просто. 3 или 2? 2. Чисто против одного бота Алекса. Давай. Типа сколько раз не смотришь сражение с ним, он почему-то сливает. Так. Стрелите. Пиксельный. Все. Так. Ну вот так. Давай. Типа у него 5000 поражений просто у Алекса. Давай петух за 300 рублей. Блять. Грузовой 7 рублей. А. Держи. А, ну одинаково. 38. Нормально. Ну, нам надо, чтобы ностальгия что-то хорошее дала, по идее. Угу. ССГ. Арктический. Блять. Заебись. Нормально. Дай, ну, пожалуйста, окуп. Блять, пизда. 10 рублей. Сука. Даже до следующего бесплатного не докрутились. Угу. Ладно, будем тогда заканчивать. Ну, как какой-то такой ролик вышел. Не лудите, парни. Лучше экономьте. Да, это точно. Спасибо все, ребятки, кто посмотрел. Увидимся в следующих роликах. С вами был Файзер. И спасибо, Матвей, тебе за участие.
Давайте. Бе-бе. Всем пока-пока.